До нашої студії завітала тренер з інтелекту Оксана Шевчук. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Розказуйте, як ми будемо імпровізувати сьогодні? І взагалі, що таке словесна імпровізація? Тому що, я думаю, імпровізувати в житті доводилось кожному, але не кожен знає, як це робити правильно. Все верно. Словесная импровизация – это способность красиво, спонтанно, без подготовки говорить на абсолютно любую тему. Например, вы пришли в гости и зашел разговор о живописи. Так как вам поддержать разговор, если вы не владеете этим навыком, очень сложно, вам просто становится скучно, и вы неинтересный собеседник. И вживаешь себя на своей тарелке. Да, все верно. Или, ну, например, в какой-то компании интересной, да, кого-то нужно поздравить, какие-то слова найти всегда как-то сложно. Но когда владеешь этим навыком, это очень просто. При этом очень важно помнить, что словесная импровизация – это не какая-то пурга, да, или какое-то такое просто пустословие. Это действительно умение красиво, круто, да, выступать на определенную тему. Поэтому, друзья, сегодня мы поговорим о конкретных методах и инструментах, чтобы каждый наш зритель сегодня же сумел этим воспользоваться. Есть три метода. Первый метод, да, первый способ – это ассоциации. Визуально это напоминает ромашку. Когда в центре ромашки находится наша основная тема, и листики – это ассоциации. Да, тема в центре, и ассоциация 1, ассоциация 2, ассоциация 3. Примерно выглядит это так, на самом деле очень просто. Ну, давайте попробуем. Предположим, центральная тема – наша погода. Да? И нам сегодня нужно поговорить о погоде. Какие ассоциации у нас есть? Ну, давайте, первая ассоциация. Холодно. Холодно, да? То есть времена года. Сейчас зима, и удивительная погода, да, сейчас на улице. Да? Казалось бы, должно быть холодно, да, ветер, снег, при этом у нас дождь. Да? И даже мы видим, что трава на каких-то газонах сейчас начинает пробиваться. Дальше, да, возвращаемся опять к нашей теме. О чем это нам может сказать? Смотрите, на самом деле климат меняется. Да? Еще когда я была маленькой, ходила в детский сад, такого, чтобы зимой шел дождь, фактически не было никогда. Да? Мы катались на санках, лепили снеговиков. Сейчас нам приходится даже гадать, будет ли на Новый год снег или дождь. Брати парасольку, чи все-таки ковзанку, так? Все верно. Следующая ассоциация. Что еще мы можем поговорить именно о теме погоды? Хмарность. Хмарность, все верно. Да? Небо очень затянуто тучами бывает, да, очень часто. При этом солнышко, да, нас радует и поднимает нам настроение, но никак не повлияет на наше настроение. Дальше, да, там, и, например, тема. А, кстати, а почему мы сейчас с вами говорим о погоде? Нам это нравится или это риторическая тема? А вы знаете, как часто разговоры о погоде, да, то есть занимают самую первую тему разговора людей, которые встретились первый раз? 80% всех бесед. И так далее, да, то есть, и вот мы развиваем эту тему, фактически... Тобто про погоду мы можем говорить и говорить. Да, казалось бы, простая тема, и что о ней сказать? Да? То же самое можем говорить о пингвинах, о литературе, о жанрах. Да? То есть, вот, например, там те же жанры, предположим, живопись, да, то есть, вот живопись. Живопись. Какие могут быть художники? Да? Что еще? В нашем выставки, какие бываются. Как развивается в нашем месте? История живописи, да, и так далее. Фактически бесконечное количество тем, которых мы можем коснуться, говоря о живописи. Это первый метод. Второй метод, да, второй, возьмем другой цвет. Для того, чтобы их отличить, это вопросы. Вопрос 1, вопрос 2, вопрос 3. Задаем вопросы. То есть, если не можешь ничего сказать, можно выезжать на питаниях. Причем вопросы эти должны быть обязательно риторические. То есть не так, чтобы, да, то есть мы задали какой-то глубокий вопрос, и у нас кто-то перехватил инициативу и начинает развивать эту тему. То есть, какая сегодня погода? Да. Как вы считаете, ну вот, например, как изменился климат? Или да, давайте поговорим, а вот как вы считаете, прогнозы, это точно, можно им доверять? Да? И дальше мы говорим. Ну вот, если говорить раньше, то сколько было анекдотов на тему прогнозов погоды. Фактически, да, мы смеялись о том, что говорят снег, берешь зонтик, да, или там дождь, на самом деле солнце, и это никак не влияет. Щоранку ми звикли сміємось з того, що на різних синоптичних сайтах різна інформація. Да. А ви знаєте, наприклад, що у ескімосів більше 200 слов, які определяють, ну, називають цвіт снігу, да, или описують сніг. Є сніг мокрий, є якийсь ще. То есть там 200 вариантов, да, как можно сказать о снеге. Да? И дальше следующую тему мы развиваем. То есть таким вот образом от вопроса к вопросу плавно можно переходить. Когда это нам может быть понадобится? Например, оратор выступал, забыл.
Вот забыл он, да, свою речь, что он хотел сказать. Словесная импровизация очень хорошо выручает, да, когда ты можешь... А у меня до вас есть питанечко. 100%, кстати, да, и вот таким образом продолжаешь. Ну и третий способ, да, возьмем его красным цветом, он самый простой, это по последнему слову. Угу. Вот как раз, когда оратор забыл и говорил, например, да, на какую-то тему, ну, о чем угодно, да, там, о погоде. Тоже, да, сегодня уже мы поговорим о погоде. Кстати, да, вот на сегодня очень солнечно на улице, и много людей вышло порадоваться, да, этому мероприятию, да, этому событию. Кстати, события Добрый в нашей привет. Жизни бывают самые разные, да, и дальше мы можем говорить о событиях. События – это и дни рождения, да, и просто встреча друзей. Друзья. А встреча друзей – это очень хорошее мероприятие. Мероприятие, да, и так далее, да, то есть таким образом человек может выйти до того момента, пока не уловит ту мысль, ту тему, о чем он хотел сказать, ну, потерялся, и стоит просто, вспоминать, да, на сцене – это совершенно не то. Не тот вариант, да, который хотелось бы иметь, да, то есть ты теряешь уверенность в себе, да, угу. и таким образом в следующий раз выступить уже будет трудно. А якось комбінувати ці способи можна на практиці, ось коли людина. Зараз, коли ми обговорюємо ці способи, ми розуміємо, що так, там від тематики можемо, там можна питання задати. А коли дійсно людина у якійсь непередбачуваній ситуації, де необхідно зімпровізувати, чи є якась комбінація? Звісно. Комбинацию очень просто придумать даже самому, да, можно выходить из одной ситуации в другую, например, развивая одну тему, потом задать вопрос, да, и перевести на другую тему совершенно, да, потом подвести к тому вопросу, который нам нужен. То есть комбинировать их можно, причем, например, вот эту ромашку ассоциации можно использовать в разных вариантах. Например, можно подготовить выступление с людьми, которые... Ну, предположим, продавец, да, хочет продать свой товар или привлечь в свою компанию людей, да, то есть буквально практическое использование. Что можно сделать? Предположим, он знает ценности целевой аудитории, с которой он общается, и начинает, да, вот эту цепочку ассоциации же не к теме, вернее, ромашку, не к теме привязывать, да, а привязывать непосредственно к ценностям. Каждый из нас заинтересован в том, чтобы, ну, и там дальше, реализоваться в карьере, да, там, ну, например, такая ценность у целевой аудитории, либо там заработать больше денег, или, да, там, быть полезным обществу, и дальше развивается эта тема, потом возвращается к тем ценностям, какие могут быть, и развивать таким образом. И дальше задавая вопросы. То есть вытекая из одного в другую, из одной темы в другую, но самое главное – это помнить цель. Да, то есть чтобы у нас мы не ушли можно, очень далеко. Да, не импровизовать, а уже вплинуть на аудиторию. Конечно, влиять на аудиторию однозначно можно, при этом очень важно помнить о том, что словесная импровизация – это не просто возможность занять время, да, наших слушателей, а это возможность выйти из ситуации, либо построить, да, при этом очень важна цель, да, как, чего мы хотим в итоге. Да, поэтому это очень важно помнить. Дякуємо вам за те, що навчили нас використовувати власні знання в імпровізації. Я думаю, що багатьом студентам, багатьом людям, які щоразу, коли знаходяться у незнайомій компанії, губляться, не знають, що сказати, як представити себе з найкращого боку, тепер ви знаєте за допомогою майстер-класу нашої ранкової гості, як показати себе з найкращої сторони, як показати свої словесні знання і дійсно бути душею компанії. Ми нагадуємо, що до нас сьогодні завітала тренер з інтелекту Оксана Шевчук.